Хлопцы, чтобы было ясно. Ladies and gentlemen. Хлопцы ли вы или... Глупцы, я не знаю уже. Обманули вас. Ну, обманули. А почему не обманули нас? Давайте, слушайте. Раз и навсегда вы будете с нами вместе. Беларусь, вся Прибалтика. Если входит там Молдова, то Прибалтика наоборот. Да? То. Мы опять будем все вместе. Одна большая Русь. А большую, большая Русь должна быть большая столица. Может быть две. А может быть три. Не знаю. Ну, сейчас у нас есть Питер, есть Москва, есть Минск. Мы вас ожидаем подписать миром. У вас все сказано. Я остальные ролики, которые буду опубликовать, может быть, это немножко больше болгарская политика и политика для ООН. Так что, конечно, вы уже понимаете отлично наша кодификация. Так что можете спокойно вам сами фету найти. И не только то, а сможете от частного к общему и наоборот понять, что и как будет происходить. Вот. У вас нет нечего, чтобы оплатить. Ну, ничего. Мы заберем от всех предателей. Предатели те, которые нас обманули и избегали, убегали в Германии, да? Там это старый Кремль, маэстро Кремена, и Гинка, моя мать. Все имущество должно быть для Руси. Да, для меня. Сын Николая. А их больше видеть я же не хочу. И знать об них ничего. Если мама придет, наоборот, то должен быть я за ее заботаться. Ну, у души уже не только, как раньше.